Ну, как бы мы ждали, что матч будет непростой, потому что у них это последний шанс зацепиться за золотые медали. И они как бы изо всех сил будут пытаться сделать все, чтобы выиграть. Мы, я считаю, контролировали игру. В конце нелепый рикошет чуть изменил исход игры. Но я рад, что в конце мы взяли тайм-аут и забили нужный гол и победили. Мы как бы максималисты, мы каждую игру выходим на победу. И мы верили в то, что мы забьем. Я ребятам сказал при тайм-ауте, что давайте, нужно верить, мы сейчас забьем, и мы забили.